И всем здорово, дорогие друзья! Сегодня мы будем играть на проекте под названием Black Rush, и сегодня вместе с вами мы отправимся на контейнеры на целых 200 с лишним миллионов рублей. Также, братуха, если ты хочешь играть вместе со мной, то тебе всего лишь нужно перейти по ссылочке в описании, скачать игру при регистрации на моем сервере Черри, ввести мой ник пригласившего Сергей Миронов и на втором уровне активировать мой промокод хэштег Мирон, за который ты получишь офигенные бонусы. Также, ребята, я разыгрываю тачки с обновления в своем телеграм-канале. Ссылочка на мой телеграм-канал также будет в описании, переходите туда и не упустите свой шанс. Итак, мы уже приехали на контейнеры и погнали их открывать. Сразу же замечаю вот этот контейнер Дубайчик, и давайте мы его заберем. Тут нет, тут остается 4 секунды, мы, к сожалению, не успеем. Погнали открывать какие-нибудь другие контейнеры. Так, смотрите, здесь у нас уже, блин, открывается. Давайте откроем первый контейнер за 2 лямчика. Поставим на него 2 и 3 кака примерно. Кстати, тут мы видим, судя по всему, новый скинчанский, да? Это новый скинчанский из больнички, пацаны. Также можете его оценить в комментариях. Погнали. Так, 2 и 3. Я что не так делаю? Я нолик забыл поставить. Ребят, я очень давно не был на контейнерах, сорян, что вот так вот туплю. Все, 2 и 3 поставил, пацаны, замечательно. Тут у нас есть еще вот такой вот китайчик. Мы его тоже обязательно забираем, пацаны. Это естественно. Да что сегодня со мной не так, а? Ну что со мной не так? Давайте. 2 и 3. Бам. 2 и 3 поставили, пацаны. И погнали их к следующему контейнеру. Не знаю. Опа, опа, Дубайчик вижу, пацаны. Налетаем. Просто налетаем. Сегодня даже народу на контейнерах мало, так как обновление, ребята. Все интересуются именно обновлением, а не контейнерами. Но я все же решил для вас сделать третий ролик за день. И я думаю, это заслуживает вашего лайка. Но если... 3 ролика за день не заслуживают вашего лайка, то я вообще не знаю тогда, что мне нужно сделать, чтобы вы, блин, влепили мне этот гребаный лайкос и подписались на меня. Открываем одеждочку, пацаны. Открываем одеждочку и идем к следующему контейнеру незамедлительно. Бамс. 9 секунд остается. Так, те контейнеры у нас уже открылись. По-любому нужно идти забирать и смотреть, что нам там выпало. И из этого контейнера нам выпадает, ну, как всегда, ребята, по старой доброй, блин, традиции, нам выпадает суббарик. Это не окуп, к сожалению. А здесь у нас выпадает Е60. Как приятно тебя снова здесь видеть, моя дорогая. Но это, к сожалению, не окуп, друзья. И как-то, ну, не очень получается. Нужно идти открывать дальше. Так, здесь у нас одеждочка, ребята. И, надеюсь, одеждочка-то меня сегодня порадует. Да. 2,7 какая-то, конечно. Да, такое... Жесть, пацаны, ну давайте, ну надеюсь, хотя бы этот контейнер меня порадует, ну давай, в честь обновления. Ой, ребят, не зря я хотел отказаться от контейнеров на канале, вот не зря, вот прям как чувствовал, ребятки, прям как чувствовал. Мне нужен контейнер за 9 лямов, за 9 лямов я контик забираю, это будет первый контейнер за сегодня. 777-444, вот так вот ставит, ну пусть перебивает, если что. Мне как бы, ну, без проблем. Он меня перебил, пацаны. Ну, давайте удивим, парней. Давайте удивим. Приятно, надеюсь, удивим. 5-5-5, 4-4-4. Вот так вот. А там уже как хочет. Пусть перебивает, не перебивает. Это уже его дело. Ну, конечно же. Вот, тут у нас еще один контейнер за 9 лямчиков. Вот, и давайте мы его тоже, естественно, заберем. Бам. И здесь мы тоже его забираем, но он сейчас, скорее всего, перебьет, пацаны, но... Да-да-да, но мы его тоже заберем, это же все-таки у нас битва за контейнеры, как вы знаете, поэтому тут грех не перебить, и поэтому 9-9-9-9-3-3-3. Так, вроде все правильно ввел, да? Да, вот так вот. Все, нормально, 10 лямчиков почти поставили, много, но, ребята, что поделать. И здесь нам... Здесь у нас выпадает... Ну такое, да, не впечатляет. Как-то, ребятки, не очень-таки меня это впечатляет. Здесь у нас остается 15 секунд. Здесь у нас контейнер одеждочка. Ну давайте рискнем. Давайте рискнем, еще раз откроем одеждочку. Почему бы, собственно говоря, и нет, раз мы можем себе это позволить. Но надеюсь, меня хоть сегодня что-то окупит. Потому что иначе-то как вообще? Иначе-то и нельзя. Потому что... Ну, как-то не... Опа, Мерседесик сюда идет к нам в копилочку. Первый окуп за этот ролик на 5-й минуте данного
ролика, видеоролика. Да уж, пацаны, не очень красиво. Надо было чисто, знаете, прям по красоте взять, открыть все контейнеры и абсолютно все, чтобы в окуп кинули. Вот, это было бы замечательно. Так, одежду я еще не хочу открывать. Ну тут все, одежда, пацаны. Можно, конечно, дико ультануть и открыть прямо сейчас все вот эти три контейнера, но что-то мне подсказывает, что они мне не выдадут. Но, ребят, тем не менее, я открываю, не боюсь и открываю. За это с тебя лайкосик и подписочка на мой канал, опять же тебе повторяюсь. Ты не спорь, а лучше подпишись. Все, пацаны, три контейнера в ряд открываются, просто три контейнера, ё-моё, блин, это очень много. Тот контейнер у нас уже открылся, погнали к нему. Кстати, ну, друзья, я так-то действительно давно не был на контейнерах, прям, ну, если так объективно. Опа, первый окуп, один из четырех, ребята, окуп, это отлично. Пойдем посмотрим, что у нас будет вообще дальше. Здесь у нас что будет? Здесь у нас бам, ну... Небольшой минус, хорошо, относительно небольшой минус, могло быть намного хуже, поэтому я не расстраиваюсь. Следующий контейнер, такой же, 4 лямчика. Ну последний меня удиви, не 2,7 только. Опа, и 2 контейнера из 4 меня окупили, это просто замечательно, это просто офигенно. Идем сразу же к следующему контейнеру. Это у нас опять одеждочка, пацаны. Блин, ролик какой-то, знаете, опять. У меня бывают такие типы роликов, где я открываю либо все абсолютно контейнеры Дубай одежда, либо все абсолютно контейнеры Дубай ТС. Вот как-то так. Пацаны, а зачем вы спрашиваете, видосы это или нет? Какая разница? Я записываю видос или просто бегаю, открываю? Не понимаю вас немножко в этом плане. Кто шарит? Кто так делает даже, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Мне очень интересно знать об этом. Блин, ну Тайкан, конечно, ё-моё, блин, ну просто класс, просто офигенный. Я его на ролик, скорее всего, прокачаю так же, как Е38 и сделаю тест-драйв. Если вы хотите, плюсик в комментарии напишите. Просто плюс, действительно, просто плюс напишите, и я пойму, что вы именно на это ответили. Бам, 4 ляма, блин, нет, маловато, очень мало, ребята, нам надо больше. И здесь у нас, бам, 2,7, сюда, в копилочку, ё-моё, блин, ну нельзя же так издеваться над Мироном. Ой-ой-ой. Хорошо, идем дальше, надеюсь, там нам где-то повезет. Ребят, извиняюсь, что иногда я буду... Знаете, так немножко подкашивать, голос осипший, я просто болею, у меня как бы ковид, если что, на секундочку. Но он еще 100% не подтвердился, потому что я сомневаюсь, что у меня ковид, я думаю, что я просто простыл, но чувствую я себя херовенько на самом деле. Но тем не менее, третий ролик за день я для вас делаю, пацаны. Это достойно. Короче, все, открывались, я думаю, контейнеров. Давно я этого не говорил, но давайте по традиции откроем в конце данного видеоролика автокейсик, пацаны. Кейсы, автокейс, открыть, купить кейс, покупаем. И у меня не хватает доната. Вот это да. Ладно, давайте не автокейс, хорошо, давайте золотой. Давайте открою для вас хотя бы золотой. Покупаем и крутить. Все, смотрим, пацаны, а вдруг здесь что-то выпадет, ну откуда мы знаем, вдруг здесь нам крупно повезет, и мы вообще просто офигеем. Так, и здесь нам выпадет здесь нам до 250 рублей доната, и выпадает 31. Да, ребят, ну, конечно, такое себе, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.